Можно дать комментарий короткий? Для кого? Для частного лица. Еще? Конечно, еще. Да, мы сегодня выступили в Кагуле и в Бельцах, значит, против политики Энергомора, которую целенаправленно ведет молдавская власть центральная, потому что мы знаем, это доказано, что взрыв цен здесь, в данном случае, конкретно в молдавском случае, это рукотворный процесс, основанный на некомпетентности, глупости, неумении договариваться. Сложившаяся ситуация несовместима с жизнями большинства граждан, потому что несовместима с их доходами. Нормальный цивилизованный демократический протест – это то самое, что должно отрезвить власть, как минимум, вернуться к переговорам новым с «Газпромом», с представителями профессионалов от оппозиции, мы можем представить им таких людей, благодаря которым мы можем изменить, как минимум, сложившееся положение вещей в сфере цен. Если этого не получится, придется менять власть. Спасибо большое.